Доброе утро! Сегодня мы в гостях у шеф-повара «Свечка Лончер». И сегодня мы поговорим о завтраках, о том, какие они бывают. Всем, наверное, известно, что существует основных три вида завтрака. Это полезный английский, вкусный французский и быстрый американский. А можно как-то вот сочетать все это в одном? Да, можно, конечно. Уважаемые телезрители, мы сегодня постараемся вам показать и один вот очень быстрый завтрак. Честно сказать, этот завтрак могут кушать как и взрослые, так и дети. Завтрак очень важен в питании человека, потому что, как говорят старорусская поговорка, завтрак кушаешь один, обед делаешь с другом, а ужин даешь своему врагу, можно так сказать. Еще один очень важный момент – завтрак, потому что нахон 8-10 часов сна очень важно возвращение сахара в организме, и зато бы было желательно, да, он достаточно калоричный, но да не бы долго задержался в желудке, он может быть витаминский, может быть полезный. Сегодня, да, мы постараемся вместе подготовить один такой завтрак. Это будет просто без варенья, без жарения, только на терочку поиграем, скомбинируем, и я вас уверяю, будет очень красиво, очень вкусно и очень полезно. Ну что, за это нам потребна морковка, зеленое яблоко, лимон, сахар, чуть-чуть йогурта, нежирного, потому что девушке любят фигуру смотреть, и, конечно, будет чуть-чуть фруктов за декорацию. Ну что, да не бы долго говорили, пойдем. Давайте. Мы готовим зеленое яблоко. Вот сейчас, видите, зеленую яблоку мы не будем чистить. Классический, потому что снимаю шкурку. А почему? Потому что эта шкурка, это очень полезно. Но зато надо смотреться, где мы покупаем эту яблоку. Да ли она обработана воском или не обработана. Желательно помыть в теплой воде, потому что воск уходит при теплой воде. И вот увидите, какой-то очень-очень быстро и интересно. Вот, пожалуйста, яблоко мы наделали. Чисто. Все нормально. Вот, посудка. Давайте. Ну еще, начнем чуть-чуть погрубее. Крупную терку. Вот, морковочку, которую мы зараньше почистили. Зеленые яблоки. Вот, молодцы. Сейчас чуть-чуть добавим сахара. Этот сахар то же самое можно заменить и медом, который тоже очень полезен. Лимонный сок. Нет, сколько капли лимонного сока. Так. Элегантно. Все. То промешаем. Все очень просто и все. Все очень просто, все очень быстро. Очень-очень... Берем йогурт, который, мы сказали, да, не жирный, элегантный. А йогурт можно любой брать? То есть любыми добавками? Любым добавками. Если обычный йогурт, немного вкуснейший, потому что не прибивает. Это очень хороший вкус. Так. Сюда. Можно любые абсолютно ягоды, фрукты. Да, ягоды. Желательно лесная ягодка, фрукт. Потому что мы добавили здесь яблоко. Ну, да, очень интересные специи, которые сходят с яблоком. Это и корица, да? Штрудель. Конечно. Так вот делаем с яблоки. Классика. Ну, ничего. Вот, очень быстро, очень красиво. Посмотрите. Для приготовления блюда вам понадобится яблоко, морковь, йогурт, ежевика, лимон, сахар, листик мяты. Я думаю, что такой завтрак обязательно понравится и вашим детям, и вам самим. Спасибо большое, Свечка, за Спасибо такой вам. Быстрый, вкусный, ну и действительно очень-очень полезный рецепт.
Обязательно попробуйте. Приятного аппетита. Мы пойдем позавтракать.